Наведут порядок в мегаполисах. Федеральный проект «Городская среда» близок к началу реализации. Основная его цель – участие самих жителей в благоустройстве окружающей территории и прежде всего своих дворов. Нужно ли озеленение или больше лавочек, а может быть не хватает освещения и детских площадок? Все предложения жильцы формулируют в заявке, которую позже рассматривает глава региона. Самые приоритетные воплотятся уже в этом году, но оставшиеся просьбы в долгий ящик не попадут. Проект будет действовать до 2020-го. В этом году на благоустройство городской среды предусмотрены солидные средства. Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей из областной казны и 927 миллионов из федеральной. Отмечу, что весь процесс рассмотрения и реализации заявок будет в зоне внимания общественного контроля. К 1 июня составит перечень дворов, в которых начнутся масштабные работы. Этот проект является самым основным для реализации, потому что он затрагивает интересы всех жителей не только нашего субъекта Российской Федерации, но и всех жителей России. Этот проект направлен на благоустройство территорий, придомовых территорий, этот проект направлен на благоустройство и дворов, и самое главное, на создание комфортной городской среды для всех жителей.